Так, мы сегодня в галерее в городе Киеве. Смотри, какая красивая галерея. Вход 50 гривен. Берут только для отопления, потому что реально сюда заходишь и как в тропическом саду. Такой вот парниковый эффект парит. Деревья офигенные, растения очень красивые, ухоженные. У нас такой дома маленький кустик растет, а здесь прямо огромная такая, посмотри, елка. Ты помнишь, у нас дома такой растет? Красивенный, да? Такая вот арка красивая. Спускаемся вниз. Реально, как попал в Таиланд или на Бали. Такой вот оттенок. Даже ароматы такие. Так. Смотри, коренья какие лиановые. Я не думаю, что здесь есть ядовитая, да. Вот так вот устроено все. Вот так, так. Проходим дальше. Если зимой сюда приезжаешь, такое ощущение, что ты попадаешь в экзотическую страну. Да. Смотри, указатель есть, куда можно зайти. Угу. Вот так. Вот такая чудесная у нас экскурсия сегодня. Недостаточно солнца.